вокруг старой, изогнутой сосны, на самом откосе, стояли двое. Программы старого радио идут на частоте 1575. А кто их вещает? Никто мне до сих пор не объяснил эту загадку. Но сегодня прислали видео на почту. Мне на почту прислали видео с какого-то одноразового почтового ящика. Я просто так немножечко даже в шоке. Я не знаю, может, это шутка какая-то. Давайте посмотрим видео, да, вместе. Проверка резервного передатчика системы, периметр частота 1575. Ну, если предположить, что УВБ-76 теперь, как говорят, где-то там под Ленинградом перебазировалась, а я нахожусь недалеко от Борисова, от Минска это где-то там 120 километров, вот, то мне такое желание возникло посмотреть на СДР-приемниках, что же слышно, допустим, вот вокруг. Действительно ли слышно там вокруг что-нибудь? Вот первый радиоприемник, допустим, в Минске можно послушать, а остальные, ну, где там найдем, потому что не на всех СДРах вообще как бы слышно 1575. Не у всех хорошие антенны. Вот давайте посмотрим, заходим в программу СДР. Киви СДР, есть такая программа Киви СДР. Если у вас нету даже радиоприемника, то можно послушать. Вот заходите в Киви СДР, нажимаете здесь, вот есть карта такая, карта. Заходите на карту, вот, и, допустим, вот здесь такая точка, где находится СДР-приемник, и он вещает в интернет этот приемник, то есть вы можете к нему подключиться со своего компьютера и послушать, что же слышно вокруг этого радиоприемника, вот, допустим, что слышно в Минске. Слышно ли вот тут? Вот слышно. Ну, да, даже как-то, да, наверное, даже чуть похуже. Ну, может, так же где-то вот слышно. Здесь слышно. Вот. А теперь вот другое радио. Вот здесь вот написано, что это за радио, где оно находится. Вот так написано, чье это радио. Вот, и вот достаточно такой уверенный прием 1575. Вот, то есть вокруг действительно как-то вот он здесь распространяется. Ну вот еще есть, еще тут послушаем. Да, еще. Ага, вот интересный СДР-приемник. Тоже давайте мы его включим и послушаем, что здесь слышно. Ну вот, да, действительно. Да, есть прохождение, и слышно 1575, то есть, ну, я как-то даже, не знаю, это, как по мне, так это еще большая загадка с этим 1575. Получается, что его там военные используют как резервную частоту, крутят там старые программы, вот. Я думал, что это как бы радиопираты какие-то балуются, а тут, ну, короче, я немножко в шоке, да. Если у кого-то есть, ну да, там из России я видел видео, там идет, ну там похуже, там вот как бы туда в России. То есть вот сигнал больше даже идет там на Финляндию, на Швецию. Мне показалось, что там мощнее сигнал идет. То есть действительно, как будто вот с Ленинградской области этот приемник вещает. Ой, эта радиостанция вещает с какой-то там. Я не знаю, это правда или нет, но вот такая вот версия появилась у меня. Вот. А кто это видео прислал? Стоило один раз пошутить, и тут как бы шутки продолжаются. Не знаю, чем они, эти шутки, закончатся. Вот. Ну, как-то мне так даже немножко не по себе так.
Ну, всем спасибо за внимание. Присылайте свои версии, может, у вас там какое-то. Может, сравним там, если у вас там вы принимаете, ну, сравним хотя бы там качество приема. Вот. 1575.